Мэрин Пейн Холмс, работник отдела культуры посольства США в Туркменистане. Мы принимаем участие в выставке «Спорт и образование в эпоху могущества и счастья». Мы хотим поделиться с вами некоторыми сведениями, связанными с системой образования. У нас есть программы по обмену для обучения туркменских студентов и аспирантов в США, а также программы для приглашения специалистов. В нашем информационном центре все желающие смогут получить интересующие их сведения.